Спасибо. Я буду жить в Киреевске, наверное. Спасибо большое. Ну вот, прошел ваш, как сказать, сольник или... Нет, это не сольник. Это не сольник все-таки. Это Василий Карасев и его друзья. И его товарищи, да. 50 с плюсом. Ну, пусть будет так. Ну, ваше впечатление. Для меня самое было волнение, самое большое. Я волновался, придет народ или не придет. Народ пришел, я очень благодарен, потому что, как бы, знаете, как я ребят пригласил, думал, вдруг будет зал пустой. Я посмотрел, сегодня человек, наверное, 150 было, 160. А мне показалось. Если зал на 200, там он почти был полный. Да, ну, почти, да. Почти полный, это очень здорово. Вась! Все люди разные. Вася! Все люди разноплановые, получается, все по-разному поют. И людям это вот понравилось, потому что мы все разные. Мы пели по три песни, мы никому не надоем. И концерт из-за этого прошел. Все, ты записываешься. Тебе, Юрий, спасибо большое. Василий, давай, спасибо. Внимание. Спасибо, Василий. Вася. Валерий Николаевич, как вам концерт, который сегодня состоялся? Ну, посетили замечательный концерт Василия Карасева. Было много очень его друзей. Вспомнили старые песни, которые уже не слышали много-много лет. Ну, это концерт, конечно, не для молодежной аудитории, а для тех, кому так 50+, как говорится. Но приятно вспомнить молодость, лучшие годы. А самое главное, был очень приятный подарок для всех наших женщин, которым, наверное, уже с годами стали меньше дарить комплиментов. А этот концерт был прекрасный. Комплимент всем нашим женщинам, как прекрасный букет цветов в этот послепраздничный день. Но все равно очень приятно. Женщины бы счастливы, довольны. Так что, надеюсь, это так, подобный концерт еще не раз будут в нашем городе. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ну, как вас встретили на Киреевской земле? Прекрасно. Я не раз здесь выступал и выступаю, и буду выступать всегда. Этот город мне очень дорог. И за то, что здесь люди такие добрые, за то, что отзывчивы. А тем более в преддверии вот такого, как бы, продолжения даже, можно сказать, не преддверия, в продолжении праздника вот этого Международного женского дня, это тепло звучало, вот эта харизма от всех женщин. Спасибо большое, от всей души. Приятно выступать, приятно петь, приятно работать именно в этом городе, там, где тебе слышат, там, где тебя понимают, а главное, там, где дарят тебе позитив, любовь и счастье. Спасибо. Еще раз. Спасибо. Спасибо. От души. До свидания. Руслан, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Руслан. Вы первый раз у нас, наверное, в Киреевске. Ну, не первый раз, другу. А, все-таки к Василию, да? Ну, как вам наша публика? Отлично все. Хороший, теплый Василий. Прием. А может, отличный, да, да. Отличный концерт, теплый прием, публика. Все отлично. Все вам понравилось. Получили массу. Мы тоже очень много интересного услышали от вас. Да, спасибо. Начиная от аранжировок песен и голосов. Да. Что-то новое в Киреевске такое. Ну да, все разные. Спасибо. Оранжевок и солнечная лица вырождены в огромных городах. Москве и Питер, вы жители столиц, а я за ту жизнь свою отдам. Москве и Питер, вы жители столиц, а я за ту жизнь свою отдам. Наш тульский крест на статую.
Спасибо. Я буду жить в Киеве, наверное. Спасибо большое.